Всем привет! Я в спальне, хочу показать. Мне, кстати, спрашивали тоже люди, или течет потолок. Видите? Это шли сильные дожди. И вот оно подтекает туда, где лампа. Но я боюсь, чтобы не было замыкания. Муж там дырку сделал в потолке, чтобы вода стекала. Вот там вот оно, наверное, набирается, влага вся эта. В общем, неприятно, конечно. Мы это закрашивали. Вот-вот. И опять эти ужасные рыжие пятна. Здесь вот более-менее. Здесь закрашивали. Сюда не потекло. А вот здесь вот сильно прям. И там в углу тоже. Там чисто. Не протекло. Тоже закрашивали. Так, у меня муж пришел. Окна хочу показать. Вот это окно вообще выпадает. Вот если его открыть, вот какая щель. И нужно очень аккуратно, потому что оно реально вот-вот-вот-вот выскакивает. Ой, блин. Вот это вот нужно окна заказывать новые. Не знаю, сколько это стоит. Может... Ой, господи, как ни одна проблема, так другая. И вот это вот окно, это спальня, тоже нерабочая, видите. Там пружина выскочила, я его даже не открываю. Вот, видите, какая щель. Тоже выпадает. Вот это вот два окна надо менять. Ну, получается, что все четыре. То есть невозможно заменить, допустим, одно окно, только это, а это не менять. Вот четыре окна. Два здесь и два в кабинете. Хоть стой, хоть падай. Вот это вот муж ездил, менял масло в BMW. И собака не отходила от окошка. И вот здесь вот сидел Буся и ждал папу. Я уже и на улицу его просила. Говорю, ну иди пописай, покакай. А он вот здесь вот прилип и все. Буся, ко мне иди. Буся, сидеть. Ко мне иди, ко мне сюда. Буси, ко мне. Он радуется. Бобби, ко мне. Ко мне. И сидеть. Сидеть, папа сказал. Сидеть. Сидеть. Сидеть, сказал папа. Сидеть. Стопроцентное выполнение команды. Сидеть. Сидеть и не шевелиться. Все, одеваемся. Сидеть, тоже с ним. Сказал. Стоять. Стоять. Вот так, молодец. Вторую лапку давай. Стоять. Вот ее слухается, когда погромче ему ходишь. Угу. Я его уже не ношу на ручках. Я ему сказал, я на ручках тебя носить больше не буду. Стоять, Бобби, стоять. Он бежит сюда на диван, начинает выкаблучиваться перед папой. Ложится на спину, лапами кверху. И папа его гладит, гладит, чухает. Потом, когда на ножки подловит, когда он встал, тогда на ручках несу сюда к дивану. У меня сегодня муж заделался блогером. Он в салоне снимал видео. Но там надо посмотреть что-то с настройками, потому что ну, оно такое маленькое получилось. Не на весь экран, а... Я вот так держал, как ты сказала. Да? Ну, надо посмотреть. Я не знаю, там надо смотреть. Я же тоже у меня новый телефон, я тоже не знаю. Ну, мы еще я не знал, что надо короткие делать. Одно показывают очень большое, надо как-то поделить на две части. Надо просто пересылать не на СМС, не как СМС, а может быть на почту, а можно еще, может быть, телефон найдет твой телефон, и можно так скачать. Можно перекинуть, если мы рядом стоим. Если да. Надо попробовать, я не знаю. Ну, давай попробуем потом, когда я приду. Просто я отделил чуть-чуть, часть переслал, а потом оно мне не показывает. Я посылаю, но мне пишет, не могу послать. Надо попробовать. Потом пишет, я пытался тебе на текст-месседжи, не идет. Потом а на почту? На имейлы. А к тебе куда пришло? На тексты пришло все? Или на имейлы? СМС. Вот. Ну, на телефон. То проходит, то не проходит, понимаешь? Ну, я вышел на улицу, потом с улицы начал. Думал, может, плохой коннекшн там на улице, в здании. Пошел на улицу, с улицы пытался. Потом смотрю, что три куска пришло.
Но эти три куска, это из четырех кусков, и два еще, они разделены пополам. Я то не знаю, как достать. Ладно, молодец, молодец. Я посмотрю. Иди, вон, ждал тебя. Два часа. Я три часа там провел. Три часа, да. И он три часа вот здесь вот сидел. 8:45 был там, и они отпустили меня через три часа только. Ну, зато машину на халяву помыли. Помыли, подняли, да. На подъемник, засняли все на видео. Серьезно? Видеорепорт, что все хорошо, что колеса хорошие, тормозные шланги, все засняли, все сказали, угу. Все на английском языке, все хорошо. Я тебе могу это потом переслать. Это называется видеорепорт, так называемый. Угу. А про ту часть, которая у нас, это сама, я подошел к нему, он мне обвел карандашиком все. 1100 долларов. Кошмар. 975, это надо за эти две части. У нас там на крыше маленькая пимпочка поломалась. Ее не продают одну, надо покупать две. На надо покупать в комплекте, заказывать. Это будет 1975. Плюс там работа полтора часа. И еще под камни. Они приходят пластиковые, черные. Их надо отдельно красить еще. И за краску еще. За покраску еще. А, поэтому она поломалась, потому что пластиковая. Ну да, она не железная. Угу. Все, бусики, идем на улицу. Ладно, иди. Так, мне надо, Света, чтобы ты достала твою... Карточку надо позвонить сегодня насчет твоего зубного этого самого. Они мне сказали после 21-го, когда спишут эти деньги, твой аккаунт будет активирован, но включили ли тебе зубы или нет, еще надо выяснять. Хорошо. Надо еще сидеть на телефоне. И давай. Ты подумай, что с Леней будем делать. Хорошо, аккуратно, давай. Вот он бежит впереди мужа, пес. А так не должно быть. А у меня здесь стоит на крылечке и ждет, пока я дверь закрою. Дисциплина должна быть. Кстати, мой муж гулял, говорит, что опять к нему какая-то бабка там прицепилась. Ты с этой собакой здесь не ходи. А муж говорит, это мой нейборхуд, ну, типа, мой район, я здесь живу. Нет, ты все равно не ходи с собакой мимо меня. Представляете, какие люди. Дурноватые немного. Жарко на улице сегодня опять. Так, всем доброе утро. Сегодня я посетил салон автомобиля BMW в городе Silver Spring. Приехал я на своей машине и поставил машину в очередь. Вот здесь, где написано сервис. Потом я зашел внутрь, они пробили мой номер телефона. И взяли машину в работу. Сказали, что машина будет готова в течение где-то 45 минут или 1 часа. За это время я решил походить по кругу, посмотреть, что тут делается. Внутри очень много автомобилей, которые стоят на продажу. На улице стоят куча автомобилей. Все это BMW. И цены, конечно, астрономические. Но одну из них я новую нашел, которая стоит внутри в салоне. BMW кабриолет. 2024 года, цена на нее 171 тысяча долларов. Я не знаю, кто такие машины может покупать себе, но народ покупает. Вот я хожу по улице и просто снимаю все, что я вижу. Сейчас я зайду внутрь и попробую снять, если мне там разрешат, конечно, еще. Я не знаю, разрешат или нет, но я попробую. Ну вот она, красавица эта. BMW кабриолет синего цвета. Какой-то Diamond Protection на ней стоит. И ценник я вижу на ней 161 075 долларов. Обалдеть, конечно. Здесь сидит много народу. Вот здесь вот маленький кофе-центр. Я уже выпил кружечку кофе. Там машина стоит, на которую нужно нажимать. Там все, что хочешь. Какой кофе, какой силы и прочие дела. И какого объема. Просто вставляешь стакан туда, и оно тебе все наливает. Также они здесь сидят, куча клерков, которые могут обслужить тебя, если тебе нужно что-то здесь купить. Если ты пришел купить, тебя обслужат по полной программе. Что еще я вижу? Они продают разные аксессуары, такого типа, как маечки с надписью BMW. Еще что-то тут у них висит.
какие-то компьютеры и прочие вещи все. Ну, вот такая маечка. Сидят куча клиентов, которые обслуживают всех. Сейчас мы посмотрим еще, что у них на продаже есть. Вот такие маечки. Даже детки есть. Я же для детей. И взрослых. Каких хочешь. Можно купить кружку для кофе. Вот такие цветные машинки. Но это, конечно, на картинке такого цвета я не видел, чтобы продавалось. Здесь стоят колеса. Комната для посетителей, где можно сидеть за столом и ничего. Можно сидеть, пить кофе и отдыхать. Это я не знаю, куда я зашел. Но, похоже, уже сюда нельзя. А, вот там еще стоит какая-то машина. Пойдем туда посмотрим. Ага, тоже двухдверная, кабриолетная, пятая модель, 30i. Ну, выглядит, конечно, очень красиво, но она двухдверная и всего двухместная, не четырехместная. То есть это малютка такая уже. Вот стоят машинки. 745-я BMW. Сейчас посмотрим, сколько стоит такой автомобиль. Я даже не знаю, почему. Он, наверное, наполовину электрический, потому что тут какой-то провод к нему подключается. Ценников я на ней пока не вижу. Да, ничего не написано. Даже. Ну, это те, которые внутри в магазине стоят прямо. Вот еще одна 430-я, ну, с люком. Значит, уже не открывающаяся крыша.